принесли нам обед. Чикен отбивная, картошечка, лучок. У них тут вкусный такой лучок, как маринованный или на гриле есть. Так классно. Упакованные столовые приборы, ложек, вилочка, ножичек. Картофель фри и болоньезе заказала, уже обед, и только сейчас будем обедать. Очень голодные. За все за это мы отдали, ну, 1000 с копейками. В принципе, тут вот еда, ничего это недорого, рассчитывая то, что это ресторанная еда. Но нам здесь больше некуда сходить. Мы бы сходили, конечно, покушали куда-то там, все, но тут некуда. Это придорожная гостиница, ну, я бы сказала, неплохого качества. Там вот заправка вдалеке. Просто некуда пойти. Есть только всякие снеки на заправке вот там, и все. Вот просто некуда, очень далеко до самого города. Завтра зато мы планируем... Да, зато с аэропортом близко. В общем, гостиница неплохая. Вот. Ну, чистенько, культурненько, все приятненько тут. И завтра планируем съездить в Стамбул. Там уже посмотрим. Там нам надо кое-что для телефона. Туси, туси. Чтобы, Мишенька, твой телефон я запустила. Он мне все-таки пригодится. Айфончик, хорошо, что я его никуда не дела. Да. Это мой перфект. Это я заказала, ты не хотел. Я заказал, это большая порция на двоих. Мы голодные, капец. Короче, завтра это поедем в Стамбул. Вот. Так что. Ну, дождь льет каждый день, льет, льет. Нас преследует просто осень. С тех пор, как мы с Агоя вернулись, у нас дождь шел, потом снег выпал. Потом вот это вот все в Минске, вот это чачу мы эту всю с таким небом. И здесь теперь мы ливень этот наблюдаем. Вообще не перестает дождь. Ну, они молодцы. Они здесь, правда, у них хорошее отопление. Плюс можно еще включать кондиционер этот на ход. Нормально. И, кстати, все же вот по-английски объясняемся с папой. Совершенно нормально. Все друг друга понимаем, все понимаем. Так что, ребята, я скажу, у нас еще не последний уровень знания английского. Так что так вот. Все нас все понимают. И мы понимаем. Да, и мы все понимаем. Спокойно общаемся. Мы сами в удивлении. Видать, попадая в такую ситуацию, мозг начинает вытаскивать все, что там у него залежалось, все знания на поверхность выходят. И нормально. Ну, на бытовом уровне это вообще не проблема. Так что, ладненько, ребятки, молитесь там за нас, вспоминайте про нас. Впереди самый, я думаю, наверное, может, не самый, но этап сложный будет. Давайте с Богом всем. Любим вас.